Каждая девушка мечтает о том заветном дне, когда она наденет белое платье и под эту музыку пройдет к алтарю. Устраивать это – моя работа. Нет, я не тамада. Я Купидон. Да-да, тот самый Купидон, который соединяет сердца. Я расскажу вам историю любви, на которую потратил 5 лет, и надеюсь довести до счастливого финала. Знакомьтесь, это Даша, очень славная девочка, более-менее симпатичная. Твердая четверка по 10-бальной шкале. Статус семейного положения Даши ВКонтакте – замужем. Хотя на деле они с Федей только встречаются. Выйти замуж – ее главное желание. А для Купидона желание клиента – закон. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Алло, Федь. Проснулся? Позавтракал? Хорошо, перезвоню. Поздравляю! В жизни радостных мгновений со мной рядышком желаю. По статистике, 80% женщин симулируют удовольствие от работы. Но Даша не входит в их число. Что-то поздно так. Там такое Вероника Сергеевна устроила, вообще просто капец. Ага, да-да. Повышение, повышение, повышение. Вероничка Сергеевна! Вероничка. Опоздала? Вероничка Сергеевна, простите, пожалуйста, это больше не повторится. Все-таки годовщина. Годовщину, мать ее. Накидали. Вероничка Сергеевна, напоминаю. Значит, от давления, от тахикардии в ячейках по краям. Принимать утро-вечер. Дальше, снотворное перед сном. Успокоительное утро-день-вечер. А, да, вы еще просили купить для Флоры. Кладу в среднюю ячеечку. В гробу я видала эту ячеечку. Кстати, к астрологу я вас записала на субботу, потому что в пятницу у нас совещание. В гробу я видала это совещание. Хорошо, тогда в пятницу в 6, как обычно, астролог. В гробу видала я этого астролога. Он мне что сказал? Что в феврале 15-го года этот говнарь уйдет от своей жены. А на носу у тебя что? Что? Что у тебя на носу? Что у меня на носу? Что у нас на носу? На носу у нас что? Где нос? Что у нас на носу? 16-й год. А он еще живет со своей женой. С этой жрабасиной собирается ехать в Куршевель, блин, на лыжах кататься. Я одна. У меня руки трясутся. Я спокойна. Вы же все-таки планировали на зимний ваш рам. А что я там буду делать в вашем раме? Дристать! Слушай, я знаешь, что сделаю? Что? А я, по ходу дела, с тобой Новый год справлять буду. Угу. Ага. Сядем так за стол. С Новым годом, ё-моё! С новым счастьем! Да, вы знаете... Вот так и будем Новый год справлять. А чё? Вероничка Сергеевна, вы знаете, такое дело, просто у меня все-таки Федя... Феди, Колли, Васи, все они одинаковые козлы, им плевать на тебя. Да нет, конечно, он ушел с годовщины на репетицию, но в целом у нас все хорошо. Когда у Даши такое лицо, значит, она снова хочет заговорить о повышении. Что ты как меня сейчас раздражать начинаешь? Да? Да, вот сейчас, вот именно сейчас начинаешь бесить очень сильно. Собрала вещи? Угу. Закрыл дверь с обратной стороны. Да. А что ты сделаешь? Понятно. Закрыл дверь с обратной стороны! Раздражаешь ты меня очень! Я спокойна. Я счастлива. Thank you.
This is present for you. Ну, для поднятия настроения, так сказать. Я все хотел тебя в это пригласить. Спасибо, Федя. Ой, прости, Коль, просто столько отчетов для совета директоров. Это Коля. Его сердце полное любви. Но когда он пытается в этом признаться, у него состояние полные штаны. А вот и Дашин парень, Федя. Вам какой этаж? А тебе? Когда я выпустил стрелу ему в сердце, нечаянно задел мозг. Любовь моя, она наконец-то ты хоть будет. Сосед Олег. Многие мужчины хотят быть как он. Нет, не лысыми. Популярными у женщин. Ну все. Остановись-то. Пончик. Федь, держи. Пойдем быстрее. Сейчас. Ой, подожди, держи. Я не достала ключи. Чего копошишься? Это Лара. Только что она сделала своему мужу подарок. Новые рога. Привет, убогие. Дегенераты. Может, зайдете, соседи? Сюда, Власка. Сюда, женщина. До 23 имею право. Пойдем, Федь. Ну, что ты там квашишься? Федь, ну иди, ну чего ты? Да иду я, иду. Ларочка? Валер, еда уже домой к подружке заезжала. Так, значит, она загуляла. Найти. С кем и где. Это Валерон. Он может сделать с Олегом то же самое, что и Олег делает с Ларой. Даша, мне надо с тобой поговорить. Федь, ты абсолютно прав. Я тоже считаю, что не место тебе на этой работе. Годочек еще потерпи, а там я подыщу тебе что-нибудь получше. Годочек? Лучше бы меня мама в армию пристроила. Любимый, ты чего? Да не пиарщик я. Я рок-музыкант, ты понимаешь? На меня люди ходят. Значит, это кому-нибудь нужно. Кстати, я вчера все разложила. В верхнем ящике комода, носки, трусы, рубашки. Мы с мамой вчера все перевезли. Носки, трусы, рубашки? Бежать! Мне надо. В ЗАГС. Да какой ЗАГС? Федь, ты куда? На репетицию. Федя пошел на репетицию, а все мои старания пошли коту под хвост. Я верю, что Даша сильная девушка. И даже сейчас она звонит Феде только для того, чтобы сказать, что он тварь, и между ними все кончено. Федя! Федя, прости меня! Прости, пожалуйста, прости! Я без тебя вообще не могу! Даша, Федя, подожди, надо взять паузу. Я должен побыть один. Пожалуйста, пойми меня, Даша. Ситуация была настолько отчаянная, что хотелось позвать на помощь кого-то сильного, всемогущего.
произнести заклинание. После расставания кажется, что жизнь кончена. Винишь во всем себя. Сколько раз вам казалось, что вы уцененная вещь? Сколько раз после расставания вы ходили по кругу, чтобы вернуться в прежнюю точку? Пора покончить с этим. Навсегда. 10 000 расставшихся пар в месяц. 1000 разводов по стране за ушедший квартал. И миллионы разбитых женских сердец. Я потомственный психолог Екатерина Путная нашла верное средство, чтобы спасти всех нас от этой боли. Авторский тренинг по секретной методике 30 свиданий. Не очень доверяю роликам, у которых 47 просмотров. Мое почтение. В гробу я видела этого астролога. Приворот, мать его. Да, да, Вероничка Сергеевна. Отчет я почти доделала. Приворот, мать его, не работает, не работает. Борька от жены не ушел. Все ему принеси деньги, из меня тянет. А Борька так и живет с женой. Может быть, этот эффект не такой уж мгновенный? А это что такое? Что за дебильная тетка? Ну-ка, рассказывай. Это тренинг. Как вернуть любовь. 30 свиданий. Я надеюсь, что Федя ко мне вернется. Первая любовь, первый мужчина. Первая печалька. Тут радоваться нужно. Послушай меня. Научишься быть стервой, вздохнешь спокойно. Смотри. Ой, Калюня, как раз вовремя. Это не вам. Пойду перед Боркиным кабинетом шляться, с букетом вся такая... Внезапно и очень скромно. Вероника Сергеевна, да. У меня было задание. Так, а ты открывай в себе сучку, понятно? Работай над сучкой. Если что, я как бы готов помочь. И если что, помочь отвлечься. Я... Если что, у нас с Федей просто перерыв в отношениях. Если что. Нет, я имею в виду, если что, помочь... А. Ну да, я вожу просто экскурсии для иностранцев. Ага. Я знаю язык один. Если что. А. Наверное, Даша чувствует себя чертовски одиноко сейчас. Хотя мне кажется, что люди в таких шапках всегда чувствуют себя одиноко. Именно в этот момент она твердо решила пройти тренинг 30 свиданий. Я знаю, тебе больно, ты унижена. И больше всего на свете ты хочешь одного – месть. Но подумай, а вдруг это повод, чтобы изменить себя? Это повод, чтобы окрепнуть и восстановиться? Отвлекись. Ни один мужчина не стоит твоих слез. Ни один. Говорят, слезами горю не поможешь. Для этого нужна жидкость покрепче. Я очень сильно переживаю за Дашеньку. Я вообще переживаю за людей, которые пьют в одиночку абсент. Его нет. Он больше не вернется, шептал ей на ушко ветер, гулявший по опустевшей квартире. Вообще, в этот момент многие предметы в доме пытались с ней коммуницировать. Шел за заваркой, а? Время решили вместе провести, а заварки-то и нет. Сосед. Да я тебя тут сосед. А что происходит, Дашулечка?
Любимого не узнаем уже, что ли? Стоять. Вот она как. Ларочка, а ты ведь сюда просто в гости заходила? Я знаю. Ты ведь у нас любишь в гости ходить, правда? Правда. Вот и славненько. Вот и разобрались. Валерий Дмитриевич, мы ее пасли по всему району. Прокола быть не может. Я ее впервые в жизни вижу. Хвост тебе, ножку мне, голову Сережке. Веселей гуляй топор по соседской кошке. Я... Пока вы мне тут голову морочите. У меня баба спивается. В смысле, любимая. Спивается. Да ничего, бывает. Пойдем домой. Пойдем. Дождите здесь эту подружку и принесите мне его яйца. Похоже, чтобы спасти свою гладкую шкуру, Олег решил переехать к Даше. Эо! Маугли! Ни на одну кобылицу, ни на гнедую, ни на вороной, ни на одну рабу! О, дура запойная! Твою ж мать! Иди сюда! Дай сюда! Убери свои полигамные ручища! Ты ничего не понимаешь в женском горе! Все? Ты тупой, лысый, кобелина алкогольная! Да мне пофигу. Хоть все здесь сожги к чертям. Жратву только оставь, твоих стараний жалко. Фиг ли ты зыришь-то? Жги давай. У меня любовь умерла. Сердце разбито. Очень серьезные ребята. Я в таких из своего лука даже не стреляю. Они точно начнут шмалять в ответ. Как найти любовь и правильно настроить себя? Ваш объект любви должен быть конгруентен вам, себе и миру. Не конгруентен. Здравствуйте. Меня зовут Даша. Расскажите что-нибудь о себе. Болеешь? Мне нравятся мужчины с чувством очень юмора. С чувством очень. Белочки, привет. Мне нужно 30 мужиков. Чтобы было 30 свиданий. Ну, понятно. Давайте перейдем сразу к делу. Федю надо вернуть. Ой-ой-ой. Да, свидос. Помоги мне. Или вали отсюда. Тяжкина жесть. Оставь меня одну. Либо помогай нам вернуть Федю, либо выметайся. Ладно. Поможем убогим. Знание языков. О, так. В графе себе что пишем? Федь, скоро будем вместе. Цвет глаз. Цвет глаз. Алло. Ладно, пропустим это. Внешность европейская. Другая. Размер груди. Ок. А, грудь. Пусть будет третий. Так. Отношение к алкоголю. Ага. Люблю выпить. Жалко, что нет, очень люблю.
О, восставший из ада. Да, борщ с труселями подгорел. Но готовишь ты гораздо лучше, чем выглядишь. У тебя кофе есть или ты с утра предпочитаешь абсолютно бодриться? Что за чудеса эгоизма? Может, мне тоже сделаешь кофеек? Уходите. Что? Уходите. О, между прочим, уже пятый запрос. Вас. И все благодаря кому? Мне. Мой тебе совет. Чтобы пережить расставание, не надо нажираться, как дембель. Да? Рядовой! Тише, 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 тише. Да. Федю твоего стреморыла пришлось отрезать. Не конгруэнтен оказался. И фотки надо бы посексуальнее. Не эти какие-то убогие. Все. Убирань. Концепция нашего тренинга проста. Вам необходимо познать и восстановить себя посредством новых знакомств. Ну что за тупость? Сходи на 30 свиданий, и ты вернешь своего парня. В лучшем случае ты найдешь нового. Ух ты, шоу фриков. Давно не ходил. Харлей, это... Вот это крутой. Дорога, это... Научит тебя глазом пиво открывать. Я тут недавно себе соковыжималку за 7000 купил. Из моркови делаю морковный сок, пью со сливками. Он же из тебя все соки выпьет. А жмых на салатике. Походу, раньше с крольчихой встречался. Я вспомнил время. Ух ты, у меня аж перья дыбом стали. Я недавно умер. Меня похоронили на кладбище. И могу показать вам это место. Этот что-то невеселый. Лжеапостол, лукаводелатели. А нет, тот был веселый. Да, Даша, согласен. Есть чему завидовать. Неважно, было удачное свидание или не было. Главное, что оно состоялось. Свидание – это шанс разобраться нам, какие качества в мужчинах нам нравятся, какие нет. Пусть неудачи вас не пугают. Впереди множество знакомств и мужчин. А это что за тусовка такая? Быстро встали и ушли! Так вы же сами назначили совещание. А, идите пейте кофе. Отменяю совещание. Сработало! Сработало! Ты не представляешь, он пригласил меня на уикенд. Я так счастлива. Он необыкновенный человек. Борька необыкновенный человек. Прекрасные новости. Да, вон на пирога какая новость. У меня 2 часа. Я должна сходить в магазин и, не знаю, какие-то труселя, что ли, похабные купить. И сделать депиляцию. Так вы вчера же ходили. А понаросло? А. Слушай, я не знаю, может, меня глючит. А посмотри свежим взглядом. Понаросло. Я не разбираюсь, там понаросло. Посмотри. У вас не понаросло. Пошел вон, Малышкин! Пошел, я. Как он меня раздражает, этот Малышкин. Послушай, у меня сейчас так много дел. А ты доделай, пожалуйста, отчеты. По рекламе, хорошо? Как? Подождите, у меня вообще планы есть. Какие у тебя могут быть планы? Ты брошенная женщина. Посвяти себе работе. Давай, работай. Опять припахали тебя? А как это протекает поиски, там, дьяволицы, там? Шельмы там, то есть сучки. Ты чего? А, ну да, что-то я это... Я, наверное, пойду. Коль! А? А поможешь мне кое в чем? Да. Если у вас есть блоки на уровне физического тела, то попытки развить свое сознание бесполезны. Прежде всего, вам необходимо гармонизировать физическое тело, а следом эфирное и астральное тела. Главное в женщине – это взгляд. 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 Он должен быть, знаешь, такой немножко кокетливый. Такой, такой. Глазки, главное, такие, ага. Знаешь, они такие ликующие, чарующие, такие.
присасывающийся. А еще может быть он сексуальный. Женщина, вот она должна, знаешь, вот заходит она, например, куда-то и заполняет с собой пространство. Так. И своим, значит, телом ты его всего заполняешь. Вот смотри, как? Ты должна чувствовать свои немножко бедра. Вот они у тебя в пространстве, ты ощущаешь свои бедра, ты ощущаешь свои плечи. Ощущаешь свои плечи. Ты ощущаешь свои уши. Уши. Побежала! А ты бежишь, и плечи, и уши, ты все чувствуешь, чувствуешь, подожди, запах, главное, запах. Ты смотрел фильм с Аль Пачино «Запах женщины», нет. А? Он еще танго танцует там. Нет. Ну вот, не да. Ну это, кстати, это правим. Главное в женщине — это смех. Так. Все мы, значит, попрали прах, а главное — смех. Так. Ты там, на горе! Коль, ты себя видел, ты как дурак. Да? Слава богу, нас больше никто не видит. Да, закомплексованный мальчик в дедушкином свитере знает все о раскрепощенных женщинах. Это все мое каре. Дама. Работать? Ну, конечно, собираюсь. Думаю, вот. А чем плохо? Вот. Буду разгружать вагоны, стану лучшим грузчиком месяца. Сейчас, секунду. Алло, гараж. Ты что, мозг умер, что ли? Алло. Нет, не тебе. А что ты так переживаешь, Марк, по поводу выставки? Марк, про меня будут писать, то, что я бездарность, не ты же. Марк, не слышно тебя, пропадаешь. Давай, перезвоню. Пока. Что ты вообще тут делаешь? Жду. Чего ждешь? Муза жду. Я творец, даже фотограф. Боже, еще одна творческая личность. Может быть, просто на работу устроиться? Муза меня не пускает. Ну, муза же тебя пускает ходить по легкомысленным девицам. Жестокая ты баба, Даша, бессердечная. Потому и одинокая. Говори мне, говори, что душе захочется. Звезды словно снегири в руки так и просятся. Романтик. Телец. Сфера отношений касается глубины нашей души. Вы знаете, что есть люди, которым больно взглянуть в свою душу? Выбирайте душевно богатого человека. За внешний вид надо, конечно, задержать и наказать. Сержант Моторин, по вашему приказанию, прибыл. Здрасте! Ого! Прошу. Дашунь, ты же, наверное, не против, если я тебя так буду называть? Дед, конечно. Хорошо, что на свидание выбрался. Да ты не бойся его! Это этот, как его, Бахтияр или... Зульфидат. В общем, не успел его до КПЗ довести. Здрасте. А ну сиди тихо там! Понял меня? Таджик на свидание? Да, очень романтично. О, кафешка. Заскочим по-бырому. Заскочим. Девочка моя, у меня для тебя только один совет. Дамы, вперед. Беги. Алексей, знаете, я, наверное, пойду. Было очень приятно с вами познакомиться, но сейчас такой Стоять. День... Пошли. Хорошее место тут. Тихое. Команда!
Командир! Давайте нам этих салатиков там с варганти. И что-нибудь там у вас там в меню горячее. Самое горячее, чтоб. Рулька. Дай мне фруктиков. Ну и водочки принесись. А то слякоть. Все ноги промочил, пока за этим хмырем бегал. Ну что, Дашунчик, шампанского? Ну, я... Шампанского. Ну, этому тоже что-нибудь принесите. Вот эти мидии хочу. На Узбекистан такой нет. Давайте. Мидии в шашлычной у Ашота? Да. Еще бы устриц в чебуречной заказал. Хорошо пошло. Знаешь, Дашунь, в каком говне мне приходится возиться? Вот этими вот руками, вот этими вот. Нет ничего приятнее, чем узнать, в чем ты копался руками. Батюшка. А я ведь этими руками самого катка брал. Маринку из горящего дома вытащил. А парень не стесняется пускать флюиды. И в прямом, и в переносном смысле. Вот ты думаешь, мент это просто мент, да? А я ведь и мент. И пожарник, и батюшка. Все ко мне выговариваться ходят. Батюшки. Сейчас что-нибудь не то ответишь, он тебе нос сломает. Я тебе скажу, кто ты. Красивая ты баба, Дашунчик. Вы все красивые, все такие. От меня одна такая красивая ушла. Вот такие ляжки. Жир. Ушла от меня. До сих пор забыть не могу. Капитализм! Хурма! Виноградный сок! Персик! У него там... Одно свидание, два трупа. Пора заканчивать. Мужиков в Москве и так мало. 13 мое. 66. Даша. У Даши никогда не было подружки, с которой можно было все обсудить. Дашенька. Но теперь, кажется, она появилась. Дарья. Та-та-та-там. Па-пам. Та-та-та-там. Даша. Дашилище. Дашилашвили. Дашилоид. Дешинатор. Дашь хер намаш. Не, ну вот ведь охеревший бабкин внук. Ты что, из-за этого убиваешься, что ли? Олег. Я. Даш. Даш, глянь. Даш. Я красотка? Даш, глянь. М? Ты просто никогда не влюблялся так, как я в Федю. Просто я никогда не хожу на свидания с мужиками и ничего никогда не прошу. Сами придут и сами все дадут. Все, все. Ты вообще-то неправильно цитируешь. А как? Там так. Жди. Никогда ничего не просить. Так.
Никогда и ничего. Ничего. Особенно у тех, кто сильнее вас. А ты типа самая начитанная, что ли? Да? Типа да. Типа самая умная, стерва. Типа да. Стерва. Значит так, если захочет встретиться с этим Федей, значит, полная дура. Конечно, не захочет. У Даши есть гордость. Давай. Вау, даже так? Ё-моё! Федечка, я так рада! Ты что, за мной следишь, что ли? Что, что? Уберись. Куда, куда? Убери, я не знаю. Ты чё, Федя, ты что? Иди, у меня свидание вообще. Между прочим, мы с тобой расстались. Федя, вот, Федечка, вот смотри, вот, вот, вот. Подожди, это вот эта длинноногая брюнетка, это ты? Ну, профиль мой, а фото не мое. Такой тупости я от тебя не ожидал, Даша. Хватит. Хватит уже за меня решать, где мне жить, где мне работать, где вообще мне существовать. Хватит! Хватит? Я как дура 5 лет тебе верила. Ради чего? Ради того, чтобы ты был в активном поиске? Чтобы ты работу активно искал? Ты что, куришь еще? Да, я курю. Иди сюда, где? Я курю. И я так решил. Да вредно курить. Молодой человек, у нас курить нельзя. Я знаю, я не курю. Я бросаю. Достала ты меня! К сожалению, это полная фиаско. Кажется, Даша сожгла все мосты, ведущие к Феде. Помните важные условия нашего тренинга. Не встречайтесь со своим бывшим, пока вы не пройдете все 30 свиданий. Просто забудьте о нем на время и позвольте себе глоток свободы. Олег, а ты где? Я сейчас буду. Внимание обращаем и дальше работаем. Сама. Сама. Глаза на меня, в камеру смотрим. Да, молодец, правильно. Сразу иди пора сейчас потихонечку. Не мог всякий. Олег, это твое? Скорее ко мне, привет. Давай, брат, давай еще. Не останавливайся. И на меня смотрим. Все вы мужики одинаковые. Не надо обобщать, милочка. Хочешь конфетку сладенькую? Пойдем. Все-таки побежала на встречу со своим древолазом раньше времени. А? Поздравляю со званием полной дуры. А что это за чучело в Чебурашке? Последняя коллекция. Если бы у меня была дух, я бы ее накормил. Это нынче модный тренд. Сразу дальше от меня давай. Завелся. Сейчас, секунду. Если тебе даже отдрать мочалы не получится. Шо, это последняя коллекция. Смотри, на. Вот сессия. Тихо.
хочу. Когда помощи ждать не от кого, она приходит от неожиданных людей. Феерично. Мой тебе совет, Лапуль, крась губы ярче. Голливуд, Голливуд. 2 года назад я расстался, наконец-то, с девушкой. Ну вот и сразу же нормальный мужик. А нет, не мужик. Нет, вообще не мужик. Дашка, это я. На пенсию мы еще не гуляли. Ой, здравствуйте. А что, фитнес уже не в тренде? А что, натуралы не в моде? Она меня не любила, понимаешь? Просто не любила. Ну, поддержи его, а то еще вены вскроет. Ничего страшного. А фотографии на сайте – это старшего внука. Не смущайтесь, Даша тоже так делает. А хочешь, я тебе зеркало подарю? Ну, каждой твари по паре и ты найдешь. Даша-то найдет, а вот ты не найдешь. Я тебе гарантирую. Я говно! Не говори так! Ну зачем же так грубо? Хотя очень точно. Я классный? Да, классный дебил. Классный. Ой, ядреть колотить, бабка моя выследила. С бабками ты еще не дралась. А ты его почти увела. Я... не сплю уже 10-й день. Делай, что хочешь. Главное, без шапки зимой не ходи. Я все про вас знаю. Спроси у него про колпачок от флешки. Пирожное, да? Выдра. 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 Пора вызывать ветеринаров. Извините. Я знаю, где вы живете. Это хорошо. Тогда домой подкинешь. Так что ждите. Сюрприз. Этот нам больше остальных понравился. Инициативный. Самое трудное – это признать наличие низкой самооценки. У меня для тебя сюрприз. Прошу. Чего вы замерли-то? Вперед! Наверное, очень дорого. Дорого? Последний шанс, если это не поможет, ходить тебе в алтайских девственницах до гроба. По-моему, в этом только плоскостопие выпрямляется. Спокойствие. Все мои знакомые бабы, у которых все прекрасно с самооценкой, ходят именно в таком. Подъем. Жги. Похоже, гладкий друг решил всерьез заняться моей куколкой. Молодец. Может, из этого что-то и получится. Отлично. Прекрасно. Thank you.
Соглашусь. Именно это платье хочется с нее снять. Получается, у меня за всю жизнь только 2 свидания было. А Федич? Ну, с Федей все как-то само собой. Мы учились с ним вместе, я ему списывать давала. А потом не только списывать. Ну ладно, а до Феди? А до Феди я в брекетах ходила. Мечтала поступить в МГУ. Он тебя что, единственный, что ли? Да. Да ты мамонт. Что это значит? Вымерший вид, значит. Ну, просто мне тогда никого и ничего не надо было. А сейчас вот уверенности не хватает. Как говорят в тренинге, это все из-за заниженной самооценки. Вот. Привет! Ты на обеде не была, у меня зато есть для тебя ланчбокс. Ставь, ставь. Ух ты! А что, сколько сообщений. Угу. А? Смотри, какой крутой. Да ну что, перекачанный какой-то. Да загар этот еще. Да? Да конечно, а где это он такой загар-то зимой-то нашел? А? Мне нравится. Да. Смотри, вот, у него есть спортивная машина, яхта. Угу. Это ж круто. Ну да. А как же это, не знаю, душа, там, душевный, там, рост его, там, ум? Вот как ум? Коль. Эрудированность всякая. А в девушке тогда что главное? Здравствуйте, Дарья. Угу. Не волнуйтесь, Никита Брониславович скоро подойдет. Хорошо. Вам необходимо проработать первые чакры, так называемые нижние этажи. Их развитие будет способствовать раскрытию вашей сексуальной энергии, без которой женщина неполноценна. Ой, а вот и он, наш хозяин. Прости меня, я задержался. Марлечка, нам как всегда. Хорошо. Любишь боулинг? Ну, люблю. Я этот боулинг голыми руками строю. Похоже, с шарами у него все в порядке. Главное, чтоб кегли не засветил. Боулинг – моя страсть! А я, вы знаете, люблю с детства играть в эти городки. Городки? Так ты же наш человек! Даже идем! Идем, покатаем шары! Идем! Идем, радость моя! Пора домой, Дашуля. Твои нижние чакры не выдержат такой страйк. Куда же вы? Вероничка Сергеевна, я... Нужен срочно мужчина. Что? Мужик нужен. Борька с кем-то идет в театр. Ага. Мне нужен человек красивый. Ты же там ходишь на свидание, поэтому придумай что-нибудь хорошо. Да, я хотела, вы знаете, по поводу повышения поговорить. Ой. Так, повышение потом. У тебя 2 часа. Как?
Все, опять балду пинаешь? Слушай, а можешь помочь? Можешь притвориться новым парнем Вероники Сергеевны? Твоей хозяйке понадобился новый раб? Не смешно. Если меня уволят, съедешь опять к себе. Понял? Да не вопрос. А Даша, оказывается, королева шантажа и манипуляции. Ты получше одеться не мог? Это лучше. Так, мой баклан еще не пришел. Пойдем? Так, куда идти? Девятый ряд, третья, четвертая, третья, четвертая. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Ларри, поняла. Четвертая, третья. Это тебе и Аланта. Блин, няня приперлась с детьми. Бурки нет. Что делать? Пойдем. Я останусь, мне интересно. Быки в подъезде, животное в гостиной. Все, начинаю продавать билеты в этот зоопарк. Так, как все прошло? Прошло. А я думала, Вероника в твоем вкусе. У меня свидание с интересным мужчиной. И это тоже хорошо. Точно идет? Идет, идет. Так, надо еще зубы почистить. Примечаете, как мужчины реагируют на вас? Что нового они открывают в вас и в вашей жизни? Научитесь не бояться мужчин. Просто принимайте их такими, какие они есть. Сколько раз убеждалась, что мужчины вашего поколения куда приличнее нынешнего. Не говорите, Дарюшка. Не умеют нынешние мальчишки за дамами ухаживать. Не умеют. Раньше он песни под луной, стихи, а сейчас... Может, по стаканчику глинтвейна? Для разогрева. Давайте. Мужчины в возрасте всегда лучше знают, что хочет девушка. Правда, не всегда помнят. Хорошо пошло. Горы едут казаки, стук брякова, кошечка, ножки заздоблю. Что мы тут делаем? Сейчас все будет. Что будет? Раздевайся, Дашка. Сейчас ты познаешь настоящую русскую душу. А чего это он раздевается? Неужели насильник? Окунись в глубины подсознания с головой. Лучше бы он был насильник. Бог мой! С какого же мы мультика-то пришли? А подснежники где? Хорошенькая, хорош, капаешь. О, держись, держись. Смотришь?
Смотришь? Нет? Да, далее стой. Супер. Твоя, мадам. Чего? Твою, говорю. Нет. Родственница. Из Псковино. Далеко это? Далеко не дойдешь. Родственница – это хорошо. Ничья, значит. Сама. Ну, привет. Привет. Меня зовут Марк. Я агент этого обормота. А, понятно. Не хочешь провести вечер, который ты не забудешь никогда? Зая! Иди сюда. Свет надо переставить. Иду. Вы такая беззащитная. Каждое новое свидание – это новая страница в книге вашей любви со счастливым финалом. Олежа, я подумал, мы мешать не будем. Пойдем где-нибудь погуляем, посидим. Господи, убери это, а! Ну что, так и отпустишь их? Познакомились. Я так рада, что ты не псих, не мент, не морж. Ну, просто бывают разные случаи. Да. Вот со мной, например, было примерно, ну, где-то миллион. Полно идиот. Нас ждет такси. За долгие годы, проведенные с Дашей, я и представить себе не мог, что она может найти кого-то лучше, чем Федя. Что она вообще может быть с каким-то адекватным человеком. Вероятно, моя миссия подходит к концу. Какие фотографии?
чудесные. Видна рука мастера, да? Угу. Нашего Олега? Да, талант. Но я ничего не могу с ним поделать сейчас. Вдохновения нет. Но у него появилась муза. Да. И это ты. Я его прекрасно понимаю. У тебя есть свой секрет. Невероятной красоты. И вечной соблазнительности. У нас есть маленькие секреты. Ну, или большие. Большие резиновые секреты. Все, малышка, ты не так поняла, давай, открой. Сейчас приду. Посиди там. Да, с такими вкусами ему нужна совсем другая девушка. А ты чего, Леша? Соскучился? Дашки. Даша? А хочешь? Третьим будешь. Пойдем. Она сама приставала ко мне. Сама приставала? Знаю, как тебе баба приставит. Каспер, хренов, по две штуки в день. Пусть твою рюбу. Ну что ты устроил здесь? Все за бабы. Сам же меня научил этим приколом. Такой же, как и я. Но она не такая, как все. Че, нельзя было сказать, что она тебе нравится? Я бы ее не трогал. В себе разберись сначала. Козел. Да, ну, отдай. Фу. Понятно все с тобой. Два сапога пара. Че смотришь? Иди к своему Ромео. Олег не в первый раз спасал Дашу, а я не в первый раз менял о нем свое мнение. В общем, была у меня там одна.
Вот ее я любил. Хотя кому я Ганю любил? И был друг. Знаешь, такой красив, богат, бородат. В общем, из песни. О, Боже, какой мужчина. Был друг. Теперь нет. И ее тоже нет. Да нет, я ее не виню. Кто я такой? Обычный фотограф. А он миллионер. Все как-то больно очень. Олег показал свою ранимую душу и рассказал историю, которая бы тронула Дашу до глубины души. Может, я ее до сих пор люблю, а? Опа! Повезло тебе. Нашелся любовник Ларисы Степановны. Ну, вот и славно. Трам-пам-пам. Разрешите. Бывайте, голубки. Что ты тут делаешь? Откуда у тебя ключи? Дашуль, ну, ты же мне их сама дала. Спасибо, я сама. Прости. Я без тебя, Даш, не могу. Не могу, и все. Я тут пробовал пожить один. Где ты был? Давай. Мне ничего не выходит. Вообще никак. Без тебя я просто никто. Понимаешь? Даш. Я же знаю, что ты хочешь замуж. Ты задумался о свадьбе. На вот что? Прическа новая, да? Спасибо. Заметил. Во! Как тут не заметишь? Королева красоты. Красоточка моя. Дашуля. У меня сейчас большие проблемы на работе. Этот работодатель... Понимаю. Я сейчас. Полуслова. Даша. Привет. Пойдем ко мне чай пить, а то без тебя как-то неуютно, что ли. Даш. О, охеревший бабкин внук. Чего? Ничего. Хорошего дня не выговорил. Ну все, Дашка. Переезжаю я к тебе. Звоню маме, довозим трусы. Не надо. Носки, рубашки! Да отпусти меня, не трогай! Я теперь каждый день из дома репетировать буду. Я же теперь безработный. Не надо. Все. Даш. Да. Даш. Не трогай меня. Ты не понимаешь. Да не трогай меня! Хочешь замуж? Давай. Пошли. Замуж. Прямо сейчас. Отпусти меня! Я тебя люблю, Даш. Я не хочу быть с тобой. Чтобы найти Даше что-то новое, нужно было сначала избавиться от старого.
Жаль, что я не понимал этого раньше. Я попалась, как рыбка. Я запуталась в этой сети. Совершаю ошибку. Как себя в этом море спасти? Вероника Сергеевна, я хотела с вами поговорить по поводу вакансии начальника коммерческого отдела. Держи, пожалуйста. Помните? Какая ты страшная. Ты что, не спала всю ночь? Так вот. А, мне кажется, что моего опыта достаточно, чтобы занять эту должность. И мы с вами разговаривали, помните, раньше? Счастливая. Что ты говоришь? Я считаю, что моего опыта достаточно, чтобы занять эту должность. Я думаю, что Бырько, по-моему, уже взял кого-то. Как взял? Так взял подругу своей, Жарбазина. Вероника Сергеевна, а вы Борису предлагали мою кандидатуру? Ну, да. Так предлагали или нет? Слушай, откуда я помню, предлагала я или нет? Ты видишь, в каком я состоянии? Я с ума схожу, понимаешь? Вероника Сергеевна, я долго думала и приняла решение. Я увольняюсь. Да подожди, ну что ты увольняешься? Ну, тебе не хватает зарплаты. Почему тебя не устраивает? Ты не хочешь быть в ассистентах? Я прибавлю зарплату. А ты меня отвлекаешь от по какой-то ерунде просто. Нет, я действительно увольняюсь. Даша была готова окончательно порвать с прошлым и начать новую жизнь с Олегом. Здрасте. Здравствуйте. А вы кто? Мы новые жильцы. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не подскажете, а где Олег? Так он съехал. Спасибо. 30 попыток забыть одного. Как часто такое бывает, что счастье ускользает от вас в последний момент? Как видите, эта история не стала исключением. This is Winter Red Square. And favorite of our program ICU. Building. Mm-hmm. Building of the name of Big Theater. If you take 100 rubles, not of 1997, you will see that Apollon completed naked with thousands fig leaf. Молодец! Очень интересно. Вот знаешь, слушала бы и слушала. На самом деле, это только начало. У меня экскурсия трехчасовая. Но половину ты уже выстояла. Молодец! А теперь у нас разминка. Приседаем. Коль, 10. Ты знаешь, я хотела кое в чем признаться. В общем, это не настоящее свидание. Мне просто грустно было. Даша. Я хотела извиниться, если честно. Вообще это получается, что я тебя использовала, и вообще это подлый поступок. Прости меня, пожалуйста, ты очень хороший друг, ты самый лучший друг. Человек ты такой искренний и настоящий. Правда-правда, прости меня, пожалуйста. Но я... Ты достоин самого лучшего, вот. Даш, ты знаешь, да не, ну знаешь, спасибо тебе за честность. За это я всегда тебя и уважал. Так, все, теперь греться. Ага. Прости ее, мой странный друг. Тебе уготована другая встреча. Парочка. Да. Я даже не знаю. Я, наверное, знаешь чего? Возьму вот этот баскет с собой. Такой милый, большой. Такие даже. Здравствуйте. Это вы? Здравствуйте.
У меня было 29 свиданий. И парень, в принципе, вернулся, но я поняла, что он мне вообще не нужен, представляете? 30 свиданий. Это методика моя. 30 свиданий. Вот в этом вся суть. Поэтому, судя по всему, вам и не помогло. Да нет, вы не поняли. Я хотела спасибо вам сказать. Спасибо огромное. Вы так помогли. Ваша методика действительно работает. Вы очень многим помогли. И мне тоже помогли. Я практически в себе разобралась. И... Что случилось? Что такое? Муж ушел. Ну вот не переживайте так. Может, 30 свиданий? Все в мире есть любовь. Это самая сильная энергия. Все люди больше всего на свете нуждаются в любви. Давайте человеку то, в чем он нуждается, и вы навсегда окажетесь любимой и востребованной. В этот день Даша поняла очень многое. А я понял только одно. Устроить ее личную жизнь мне не под силу. Даша! Даша! Даша, я была не права, Даша. Даша! Я без тебя вообще не могу работать. Даша, я прошу тебя, не да без рот тебя... закрой уже! Простите меня, Дашенька, но недоразумение вышло в тот раз. Перенервничал. Просто Лариска моя со стоматологом из Геленджика мне изменила, представляете? Офигеть. Да не то слово. Карма такая у меня, подпорченная. В 90-е, видать, подпортил. Работа-то нервная была, так что... Нужно быть полной идиоткой, чтобы изменять такому мужчине. Офигеть. Подержите. Кстати, меня зовут... Валера, можно? Вика. Какой у вас крепкий... Почему Валерон решил извиниться, я не знаю. Наверное, боится новых кармических наказаний. Хотя главное наказание он только что встретил. Дарья Андреевна, извините, пожалуйста, я что-то замоталась, вообще запрыгалась, забегалась. Ваше платье с химчистки забрала на сегодняшний вечер. Это вам. Спасибо, Танюш. Человек, который сделал эту фотографию, заставил Дашу поверить в свои силы. Он дал ей многое, но не дал одного – себя. Конечно, ей хотелось, чтобы сейчас открылась дверь, и там появился Олег. Доброе утро, Борис Сергеевич! Но, видимо, в эту дверь будет стучаться только Борис Сергеевич. Подошла к концу история про Дашу. Не у всех фильмов существует хэппи-энд. Порой счастье находит не тебя, а тех, кто рядом. Напоминаю, кольца и цветы, да.
Я так и знала, что мы забудем кольца. Все под контролем в такой-то день. Ретроградный Меркурий в Скорпионе, значит, что-то пойдет не так. Да. Да, я нашел свое счастье, спасибо. Хорошо. Знаешь, я за ним установила слежку. Охрану оплатила. Береженого Бог бережет. Наконец-то. Дарья Андреевна, отдыхайте, остальное я беру на себя. Отлично выглядите. Удачи. А ты молодец, как рыба в воде. Он всего лишь мой ассистент. В честь моей свадьбы можете отдохнуть. Расслабиться, только не сильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сама не своя. Как будто бы все сон. Я очень странная. Господи. Это чувство называется счастье. Здравствуйте. Мы готовы начать? Где твой фотограф? Мой был бы уже давно. Девушка, это вам? Ты что тут делаешь? Да работаю я здесь. Сюрприз. Первый признак чувств – это бегство от этих чувств. Дорогие молодые, мы собрались здесь, чтобы соединить ваши сердца. Любовь – это большое сокровище, дарованное человеку. Ваша жизнь, как песочные часы, как два хрупких сосуда, соединенных между собой невидимой нитью времени. В этом... Соскучилась. Сама же хотела вернуть суженого Ряжину. Я помог. Извините. Место ему уступил. Стой! Ты ж получила, что хотела. Только ты забыл спросить, чего я хотела. Да, наверное. Ну вот он я, здесь, бери. Тебе понадобилось полгода, чтобы решиться? Ну да, надо было мозги поставить на место. Ездил, работал, путешествовал. Наверное, с перспективными моделями, с плетками. Ну, если павианов в Амазоне можно назвать моделями, то да, отбоя не было. Даш, зато там я понял, что ты для меня значишь. Ты моя муза, ты мой вымирающий вид. Мамонт. И неделя, прожитая с тобой под одной крышей, это лучшее, что со мной произошло за целый год. И если честно, мне плевать на того, кто сейчас рядом с тобой. Да, боже, нет никого! Ну, тогда я хочу сделать тебе предложение. Пойдешь со мной на свидание? Да что тут думать-то? Соглашайся. Я согласна. Ой! Наверняка каждая девушка хотя бы раз в жизни испытывает чувство полного опустошения. Это момент, когда она перестает верить в любовь. Смотрит на себя со стороны, вся в слезах, тушь размазана по лицу, а в глазах только одна мысль – все кончилось. Именно в этот момент важно заставить себя понять – все только начинается. Как
Чувай такой.